Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним упражнение 127. Прочитаем задание. Замените существительные глаголами и запишите полученные словосочетания. С двумя из полученных словосочетаний составьте устно два простых распространенных предложения. По образцу. Итак, уборка класса мы заменяем на словосочетание «убрать класс». «Убрать» у нас главное слово, мы его выделяем. «Убрать» что? «Класс» с нулевым окончанием и падеж у нас винительный. «Выполнить» упражнение, главное слово «выполнить». «Выполнить» кого что? Упражнение. Выделяем окончание, винительный падеж. «Проверить» кого что? Диктант. Винительный падеж, нулевое окончание. «Нарушить» кого что? Порядок, нулевое окончание, винительный падеж. Вручить, главное слово, кого что, грамоту, окончание у. Окончить, кого что, работу, винительный падеж, окончание у. И два предложения, которые нужно составить, распространенные, обратите внимание. Я сегодня окончил работу раньше всех. Завтра моя очередь убирать класс. На этом все. Спасибо за внимание.